вида представляю вам следующий поединок. За титул WBC ABCO Silver в суперполулегком весе до 59 килограмм. 10-раундовый бой. И в синий угол приглашается Римар Нетуда! Ну что ж, дорогие друзья, у нас поединок в первом легком весе. Мержан Жексалыков против Римара Нетуды. Римар Нетуда представляет Филиппины. Небитый боец. На его счету 10 побед. 5 из них нокаутом, 0 ничьих, 0 поражений. И на кону вакантный титул WBC Asian Boxing Council Silver. Можно сказать, звание серебряного чемпиона Азии по версии WBC. Римар Нетуда уже в ринге. Молодой боксер, 22 года, 168 сантиметров рост. Ну а сейчас в ринг прошествует Мержан Жексалыков. Мержан представляет Казахстан. Боец, так скажем, для этой весовой категории уже несколько возрастной, зато очень опытный. 31 год Мержану. 170 сантиметров рост. С 2008 года является профессионалом. На счету Мержана Жексалыкова 10 побед. 4 раза он выигрывал нокаутом. И одно единственное поражение по очкам, которое он потерпел в феврале 2016 года в Екатеринбурге от Шавката Рахимова. Вот этот пояс WBC Asian Boxing Council Silver, версия Азиатского боксерского совета, серебро. Боковые судьи: Суймон Стахеев, Дмитрий Болдырев, Илья Килунин. Рефери: Виктор Панин, супервайзер WBC Дамронг Симагаджон Бун, супервайзер Федерации профессионального бокса России Сергей Хурсанов. Представляю вам соперников. В синем углу боксер из города Мамбаджау, Филиппины. Ему 21 год, рост 168 сантиметров, чемпион Азии, профессиональный рекорд. 10 боев, 10 побед, 5 побед нокаутом. Римар Нетуда! Его соперник в красном углу. Боксер из города Аягус, Казахстан. Ему 31 год. Рост 170 сантиметров. Чемпион Паназиатской боксерской ассоциации 2009 года. Профессиональный рекорд. 10 боев. 9 побед, 4 победы нокаутом, 1 поражение. Мержан Жексалыков! Ну что ж, боксеры представлены. Послужные списки озвучены. Антропометрика тоже. И достижения соответственно. Уже успели владеть региональными титулами и тот, и другой. Мержан Жексалыков и, соответственно, Римар Нетуда. Для Римара Нетуды это вообще первый выезд за пределы Филиппин. Все свои предыдущие поединки он провел у себя на родине, на островах.
С октября 2013 года Римар Митуда является профессионалом. Начинал, кстати говоря, на категорию ниже в рамках полулегкого веса, но затем стал постепенно, не постепенно, а поднялся на категорию выше, соответственно. Хотя вот он, я посмотрел сейчас, он даже заплывал, так скажем, в легкий вес. Был у него поединок в рамках этой весовой категории. В июне 2015 года Римар Митуда успешно прошел свой первый Prospect Clash. Победил небитого Джерри Костраверде. Выиграл по очкам в восьмираундовом поединке. Дважды отправлял соперника в нокдаун, но в четвертом раунде побывал на настиле ринга и сам. И сейчас мы видим, пошел в атаку Миржан Жексылыков. Теснит канатом своего соперника. Занял центр ринга Миржан. У него был достаточно зрелищный, такой непростой поединок против Шавката Рахимова, который Миржан проиграл по очкам. Причем удалось ему Рахимова даже отправить в нокдаун. Так что удар уже Жексылыкова есть. Ничего пока особого не противопоставляет Жексылыкову Римар Митуда. Но первый раунд боксеры друг друга прощупывают, смотрят реакцию на свои удары, смотрят, выясняют, на какую дистанцию удобнее действовать. И заодно решают для себя, какие у соперника стороны сильные, какие слабые, какие удары проходят. Ну вот первый клинч. Если Римар Митуда начинал свою карьеру в полулегком весе, то Миржан Жексылыков практически все бои провел в рамках первого легкого и даже легкого веса. Единственный раз, когда он завоевал титул PBA, это случилось в ноябре 2009 года, тогда он выступал в рамках полулегкого веса, весовая категория до 57 килограммов, 200 граммов. И тот поединок случился в городе Алма-Аты, Казахстан. Победил он тайского боксера Писатдаенга Киацактани. В 2010 году съездил Миржан Жексылыков в США и победил по очкам джорнимена Адаута Гонсалеса. Бой случился 5 марта в городе Хьюстон, штат Техас. Вашему вниманию наиболее яркие моменты дебютной трехминутки. И вот здесь видно, что на контратаках-то Римар Митуда пару раз удачно попал. Впрочем, Миржан Жексылыков в долгу не остался. Второй раунд. Итак, у нас второй раунд из 10 запланированных. Миржан Жексылыков против Римара Митуды. Миржан Жексылыков представляет Казахстан. Черно-красные трусы, красные перчатки. Вот он теснит филиппинского проспекта канатом. У Митуды 10 побед, 0 ничьих и 0 поражений, 5 побед нокаутом. У Миржана Жексылыкова также 10 побед, 4 нокаутом и одно единственное поражение по очкам. Почти 6 лет был перерыв в карьере у Миржана Жексылыкова. И после удачного для себя поединка в США в марте 2010 года вернулся в ринг он лишь в феврале 2016 года. Случилось это в Екатеринбурге и проиграл тогда в четырехраундовом поединке Шавкату Рахимову. И вот второй бой после возвращения для Миржана Жексылыкова. Причем бой
за региональный титул против небитого молодого филиппинца. И, конечно же, такой некий момент истины для Мержана. Ему очень нужна победа. Впрочем, я не думаю, что Ремар Митуда тоже вышел прохлаждаться, точнее, вышел прохлаждаться за чеком. Нет, я думаю, что он настроен продолжить свою победную серию. И сейчас держит оборону, вот, огрызаясь такими двойками. Мы видим, он раз за разом повторяет одну и ту же комбинацию, практически с микропаузами. Но вот сейчас попытался встретить он Жаксылыкова. Митуда. Левша в правосторонней стойке. Вот хорошо сейчас попадает точно Жаксылыков. Старается он практически в каждый удар вкладываться, пока работает одиночными. Серийную мощь не включает. Вот. Передняя рука. Смотрите, добавил еще справа после удачного попадания слева. И Митуда начинает клинчевать. Вот, в принципе, обостряет ситуацию как раз-таки Жаксылыков. Пропускает слева навстречу, но пропущенный удар на Мержана вообще никак не действует. Настойчивости он не сбавляет. Вот пережидает за блоком Митуда и при случае старается вонзить навстречу слева. Сейчас он действует как контрпанчер. Хорошо ушел в конце раунда от атаки Жаксылыкова, филиппинец. И быть чуть побыстрее, сообразительнее, мог бы даже добавить в ответ. Для Мержана Жаксылыкова это первый 10-раундовый бой в карьере. В 2009 году у него был 11-раундовый поединок, но он закончился уже в 7-м раунде. Что касается Ремара Митуды, то он уже проводил 10-раундовые бои. В первом случае он победил техническим нокаутом в 5-м раунде. Случилось это в сентябре 2015 года, а в ноябре уже 2015 года он выиграл по очкам в 10-раундовом бою у опытного филиппинского, конечно же, джорнимена Хами Барселоны. Дело в том, что Филиппинские острова очень долго принадлежали Испанской империи, и, соответственно, у многих филиппинцев такие испанские, латинские фамилии, имена даже, в том числе, поэтому. Ну и с другой стороны, Филиппины и Мексику связывают давнишнее соперничество в плане профессионального бокса. Поединки филиппинцев против мексиканцев являются классикой современного бокса. Стоит вспомнить того же Мэнни Пакьяо против Марко Антонио Барреры или против Хуана Мануэля Маркеса. Ну а у нас чисто азиатское противостояние. Центральная Средняя Азия против Юго-Восточной. Центральную Среднюю представляет Мержан Жаксылыков, который не изменяет себе. И по-хозяйски, заняв центр ринга, при каждом удобном случае старается
оттеснить Ремара Митуду к канатам и работать на средней-дальней дистанции. Ну а Ремар Митуда, представитель Филиппинских островов и, соответственно, Юго-Восточной Азии. Ну, ни для кого не секрет, что, в принципе, филиппинская школа бокса как раз-таки очень здорово себя всегда проявляла в легких весовых категориях, потому что, например, ну, филиппинский супертяжеловес, там, или даже крузер, или полутяж, да даже средний вес, это, в общем, ну, такая серьезная экзотика, я бы сказал. А филиппинский легковес, не говоря уже о мухачах, это обычное дело, этим никого не удивишь. Тот же Мэнни Пакьяо начинал свою карьеру как раз-таки в наилегчайшем весе и постепенно дорос до полусреднего. Раунд окончен, прошел, на мой взгляд, с преимуществом Миржана Жаксылыкова. Казахский боксер был активнее, больше работал и, в принципе, на мой взгляд, он свою дистанцию уже нащупал. Ну а нас ожидает четвертая трехминутка из 10 запланированных. Вот чем хороши трехударные комбинации, если ты не попадаешь первыми двумя ударами, то третий в большинстве случаев цели достигает. Четвертый раунд и ваша поддержка. Повтор тому был ярким примером. Итак, четвертый раунд продолжает прессинговать Миржан Жаксылыков. Он в черно-красных трусах, в красных перчатках. Боксер из Казахстана, его соперник небитый филиппинец Ремар Митуда. На кону вакантный пояс WBC Asian Boxing Council Silver. В первом легком весе, весовая категория до 59 килограммов, Миржан Жаксылыков. 31 год Миржану, он в атаке, и 22-летний, на 9 лет младше, Ремар Митуда. Вот сейчас хорошо поймал, подхватил Жаксылыков соперника. Да, там удары были больше, наверное, в лоб, но вот сейчас точно попадает. Прошивает перчатки и попадает Жаксылыков. Пытается огрызаться Митуда, но видит его контратаки Жаксылыков и успевает поставить блок. Вот, на мой взгляд, так начинает передавливать Жаксылыков соперника. Очень, в принципе, неплохо лишает пространства. Ну, филиппинец верткий, молодой, пытается защищаться корпусом. Здесь, конечно, Миржану нужно действовать поразнообразнее и работать по всем этажам. И по корпусу бить, переводить в голову. В принципе, позволяет подойти к себе Митуда. Но пока демонстрирует неплохую защиту и большинство ударов Жаксылыкова по площадям. Но вот сейчас, кстати, неплохо встретил казаха филиппинец. И сейчас слева попал. Другое дело, что не является прям таким записным панчером Ремар Митуда. Из 10 побед лишь 4 нокаутом. Возможно, Миржан на себе прочувствовал удары и решил, что вполне с ними справляется. И, в общем, не заставляют они его опасаться. И смело вперед идет Миржан Жаксылыков. Его задача соперника прижать, разбить и додавить. Спокойно подходит на удобную дистанцию и работает здесь. Нужно, наверное, больше бить по корпусу Миржану, чтобы переводить блок с головы.
убирать блок с головы. Но вот попал навстречу в предыдущем эпизоде. Римар Митуда, но абсолютно, по крайней мере, визуально Мержан эти удары не прочувствовал. Что называется, скушал и не поморщился. Ну а у нас пятый раунд, и, собственно, рисунок поединка не меняется. Жексылыков забрал, начиная с дебютной трехминутки, и не отдает по сию пору центр ринга, заставляя работать Митуду на контратаках вторым номером. И постоянно прессингует, старается казахский боксер поджимать соперника. Но вот попытался было поработать в центре ринга. 40-36. Митуда, но не тут-то было. По правилам WBC после 4 и 8 раундов в поединках за региональные титулы объявляется счет судейских записок, и все трое боковых пока отдают предпочтение Миржану Жексылыкову. На всех трех карточках он выигрывает. Поддавливает Жексылыков. Здесь вот, да, то, что надо, переводить на корпус. Поджал филиппинца. Так, отирает спиной канаты Митуда. Вот здесь нужно заставлять еще и промахиваться соперника и ловить потом после промаха. В принципе, Митуда читаем. Алгоритм его действий можно просчитать. Ничего особенного он не делает. Просто огрызается двойками и периодически эти двойки повторяет. Вот здесь хорошо поймал Митуду левым навстречу Жексылыков. И тут же филиппинец прилип к сопернику, не давая тому развить атаку. Вот. Ушел здесь Жексылыков от атаки. И очень хорошо пару раз попал и тут же так отскочил. Клинч. Ну, в принципе, бой чистый. Клинчей не очень много. Заканчивается раунд. Обменялись двойками. И вот хорошо слева попадает Жексылыков. И тут же добавляет справа под гонг. Ну вот, доволен угол действиями Мержана Жексылыкова.
Там, кстати говоря, одним из ассистентов выступает известный российский тренер Попов Николай. Тренер таких перспективных ребят, как Евгений Чупраков, Михаил Алексеев, Шавкат Рахимов. Итак, Миржан Жыксылыков против Римара Митуды. Бой за вакантный пояс WBC Asian Boxing Council Silver. В первом легком весе весовая категория до 59 килограммов. Миржан Жыксылыков, черно-красные трусы, красные перчатки, поддавливает вот здесь за блоком. И затяжная контратака от Римара Митуды, небитого филиппинского боксера. Первый поединок на выезде для Митуды. Все предыдущие бои он провел у себя на родине, на Филиппинах. Жыксылыков сейчас работает на точность больше. Так, не заряжается. Боксирует, и мы видим, его боковые, в том числе левые крюки, доходят до цели. Вот опять два точных удара. Вот, хорошо сейчас попадает справа Жыксылыков. И эту контратаку Митуды он видел, поэтому неплохо отработал в защите. Митуда перестал попадать, если честно. Все его удары Жыксылыков видит и блокирует. Сам же Миржан, в свою очередь, гораздо точнее, чем филиппинец. Продолжает оказывать давление Жыксылыков. Ну, здесь по блоку все. Ох, хорошо сейчас поймал справа боковым Миржан. И есть шанс поработать неплохо. Митуда, кстати, в своей карьере уже оказывался на канвасе, поэтому не сказать, что у него железобетонная челюсть. И вот мы видим, хорошо обостряет в концовке раунда Миржан Жыксылыков. И очень вовремя, наверное, звучит гонг об окончании трехминутки. Очень вовремя для филиппинца. Есть целая минута для того, чтобы восстановиться и прийти в себя. Перевалил поединок за экватор. Седьмой раунд. Я думаю, что как раз таки во второй половине боя начнет сказываться физическая готовность бойцов. По идее, Митуда должен быть готов хорошо. Он молод. Он проходил дистанцию 10-раундовых поединков. Миржан дольше 7 раундов не боксировал, и было это в далеком 2010 году.
даже в 2009. Хороший левый крюк от Джексалыкова. Но, в принципе, на мой взгляд, он уже практически прочитал соперника, прочитал алгоритм действий Митуды в контратаках и успевает возвращать на место руки и перекрываться. Оп, хорошо. Опять справа точный удар. И на всякий случай отскочил. Смотрите, хорошие сейчас боковые втыкает Джексалыков. Неплохо работает Миржан Канатов. Провел атаку и тут же ушел, смотрите, чтобы не нарваться на удар навстречу. Лишний раз Джексалыков не рискует. Но свои шансы не упускает. Все время старается поддушивать, поддавливать Джексалыков. Вот когда уходит вниз Митуда, неплохо бы здесь попробовать поддеть его апперкотом. В идеале. Продолжает наседать Джексалыков. Огрызается Митуда двойками. Стоп! Ну что ж, раунд закончен. Нас ожидает еще 3 трехминутки. По крайней мере, осталось 8, 9 и 10 раунд. Итак, восьмая трехминутка. Миржан Джексалыков против Римара Митуды. Продолжает, начиная с первого раунда, работать в качестве прессингера, в качестве боксера первого номера. Миржан Джексалыков все время старается держать соперника в напряжении, поддавливает, поддушивает, старается поджать канатом, лишить пространства. Молодому Митуде, 22 года ему на момент боя, приходится, в общем, нелегко, учитывая, что это еще и первый выезд в карьере для филиппинца. Джексалыков пока работает одиночными. Вот, хорошая первая серия с акцентом на левом по корпусу. Вот здесь хорошо взрывается Миржан. Гоняется за соперником Джексалыков. И практически перестал встречать Митуда Миржана Джексалыкова. В последний момент мы видим
убирает голову Мержан, да и Митуда порой не точен. Вот здесь хорошо поймал Жаксылыков. Жесткий левый по корпусу. В принципе, все правильно сделал. Убрал руки с головы на какое-то время. И у нас клинч. Еще раз отмечу. Бой, в принципе, вполне чистый. Клинчей немного. Жестко работает Жаксылыков, попадает раз за разом левым крюком по корпусу. Раунд окончен. У нас предпоследний раунд. Судья А 79-73. Судья Б 79-73. И судья С 78-74. Судейские записки в пользу Мержана Жаксылыкова. На двух картах из 8 раундов он взял 7, и на одной карте из 8 раундов он взял 6. Как я уже говорил, по правилам WBC в поединках за региональные титулы объявляются после 4 и после 8 раунда результаты судейского счета. В своей традиционной манере работает Жаксылыков, жестко прессует он сейчас Ремара Митуду. Молодому небитому филиппинцу приходится тяжко. С боксерами такого уровня он еще не встречался. И мы видим сейчас, старается действовать Жаксылыков серийно. Летят у него руки, здесь он успел отскочить. И, повторюсь, он видит удары Митуды. Хотя порой филиппинец попадает точно. Вот здесь ушел. Снова отскочил от контратаки филиппинца Жаксылыков. Ну все, практически он соперника прочитал и уже знает, когда тот примерно попытается сконтрить. Нависает над Митудой Жаксылыков. На месте Мержана руки. Контрудары
филиппинца приходится по защите. Вот хорошо справа сейчас попал Межанжик Сулыков. Заканчивается предпоследняя трехминутка. Ну что ж, нас ожидает заключительный 10-й раунд очень скоро. Бой за звание обладателя пояса WBC Asian Boxing Council Silver в первом легком весе, весовая категория до 59 килограммов. Мержанжик Сылыков против Римара Митуды. Римар Митуда представляет Филиппины. Жексылыков, Казахстан. Митуда не бит. 10 побед, 5 нокаутов, 0 ничьих, 0 поражений. У Жексылыкова также 10 побед, 4 нокаутом и одно единственное поражение по очкам. Оба бойца уложились в вес без проблем. Жексылыков показал на взвешивании 58 килограммов 500 граммов и Римар Митуда 59 килограммов ровно. Вот сейчас подзастоялся Мержан и пропустил точный удар слева. Но одного точного удара маловато для победы. Я думаю, Митуда это понимает, но пока не может найти время для того, чтобы разрядиться жесткой серией. Наоборот, опережает его Жексылыков. Давит Мержан. И в клинч идет Римар Митуда. Зажал Жексылыков Митуду у канатов. Почти не дает выйти оттуда. И по-прежнему в центре ринга работает Жексылыков. Правый через руку у него, кстати, регулярно проходит. Неоднократно он уже ловил Митуду этим ударом. И левый боковой по корпусу у него также проходил удачно. И снова клинч. Уже несколько измотанным, кстати, выглядит Римар Митуда. Именно он является инициатором клинчей. 10 раундов позади и первые полные 10 раундов в карьере Мержана Жексылыкова. Ну, а мы ожидаем судейского решения. Спасибо.
Вот сейчас был очень такой хороший эпизод, настоящее спортивное поведение, так как должно быть всегда. Поблагодарили боксеры друг друга за поединок. И давайте послушаем судейский счет. Судья Стахеев 99-91. Судья Болдырев 99-91. Судья Келунин 92-98-92. Единогласным решением судей одержал победу и стал чемпионом WBC ABCO Silver в суперполулегком весе Мержан Жаксылыков. Итак, уверенная, хорошая такая, практически безоговорочная победа Мержана Жаксылыкова. Он действительно был лучше, он перебоксировал соперника, где-то даже передавил. Друзья, также аплодисменты. Был точнее и бил больше. Тем не менее, Ремару Митузи, конечно же, аплодисменты и уважение. Он старался как мог и номер не отбывал. А мы поздравляем Мержана с очередным поясом в своей карьере.